Итак, поблескиваем бойцов аплодисментами. В синем углу боец весовой категории 61 килограмм, роста 73 сантиметра. Он является мастером спорта по ММА, мастером спорта по грэпплингу, победитель WF Pro Fight 40, победитель WF Pro Fight 36, 34, победитель Кубка АЛАТО по ММА. Ему 24 года. Профессиональный рекорд 5 побед, 0 поражений. Тренер Мирбек Халагулов. Боевой псевдоним Спайдер. Исманов Ахылбек. И его соперник. Боец весовой категории 61 килограмм, рост 167 сантиметров. Ему 23 года. Кандидат мастера спорта по боксу. Кандидат мастера спорта по кикбоксингу. Призер международного турнира по боксу. Чемпион Кемеровской области по боксу. Профессиональный рекорд 3 победы, 1 поражение и 0 ничья. Тренер Саид Пазылов Фарух. Встречаем. Ходжаев Диёрбек. Узбекистан. Бойцы на середину. Ош алдыңыздарда күшті мықты мүшкерлер, мықты қолшалар болсын. Поддержим бойцов аплодисментами. Ош! Поаплодируем бойцам. Итак, на награждение приглашается Балбаева Джадыра, руководитель фитнес Джаннат и почетный гость турнира. В первом раунде за 1 минуту и 10 секунд удушающим приемом победу одержал Исманов Ахылбек.